первой половине апреля дачников ждет, как водится, два периода. Луна советует отказаться от каких-либо садовых работ 1 и 6 числа. Эти дни почти для всех культур неблагоприятны. А вот с 7 по 12 апреля можно смело приниматься за дело. В это время лучше всего посадить томаты, огурцы, перец и многие другие растения. Правда, 9 числа для лука-порея лучше сделать исключение. Полную версию лунного календаря на первые две недели апреля вы, как всегда, сможете увидеть на сайте Курган.ру в разделе «Удачи на даче».